Карты памяти от бренда SanDisk. Модель Extreme Pro. Скорость чтения 95, скорость записи 90. До 95, до 90. Китай. Официалы. Коробки отличаются только текстом. Больше ничем. Комплектация у них одинаковая. Ничего особенного нет. Вот такая вот. Потом идут вот такие вот везде коробочки. И вот такие вот идут карты. Карты абсолютно ничем не отличаются. Ссылку, где я покупал в Китае, на тот магазин, конечно же, укажу в описании. Можете зайти и быть максимально уверенными в том, что вы получите оригиналы. Карты памяти абсолютно ничем не отличаются. Ни по скорости, ни визуально. Все нормально, все соответствует. Вот эта карта памяти пришла мне от официалов наших. А это приехали из Китая. То есть есть несколько вариантов. Вариант номер один. Вы покупаете чуть дороже карту и получаете те же самые карты с временем получения. Там, не знаю, сколько там вашу страну будет составлять та или иная доставка. Дешевле, но дольше. Либо быстро, но дороже. А так карты одинаковые. Ничего особенного. Отличаются только коробки.